13-й областной конкурс детского театрального творчества «Чароны Куферек» прошел в Любани с 14 по 16 мая. В областном театральном фестивале приняли участие 17 коллективов, в том числе и детский театр «Кроки». 10 ребят в возрасте от 10 до 12 лет представили на суд строгого и компетентного жюри преподавателей Белорусской государственной академии искусств спектакль «Дорогой Бог». В этом спектакле рассказывается о мальчике, который заболел раком, и рассказывается о его последних днях жизни. Он пишет письма и рассказывает о его каждом дне. Вот. И в конце пишет желание. Воспитанники детского театра «Кроки», существующего уже более 4 лет, проходят настоящую театральную школу с экзаменами. Я вообще хотела пойти на театральный, мне нравится играть на сцене, показывать себя. Мы пришли, и, ну, я всем понравилась. То есть я вообще отбор не проходила, я просто пришла и начала заниматься. И вообще, ну, вообще я тут еще и танцами занимаюсь в школе искусств с первого класса. Иногда хожу на фортепиано, вот. Это главное, чтобы тебе хотелось, ты имел желание, и тебе это нравилось, вот, и ты сможешь все. Выступление солигорского коллектива было оценено по достоинству. Преподаватель коллектива Александр Бородко удостоен диплома «Лучшая режиссерская работа», а весь коллектив – диплома «Лучший актерский ансамбль», а также гран-при фестиваля. Такие победы для театрального отделения очень значимы. Это повышает престиж как самого коллектива, так и в целом детской школы искусств, на базе которой и существует отделение. У нас на отделении ребята проходят предметы, специальные предметы театрального цикла. Это основы сценической речи, основы мастерства актера, основы сценического движения, вокал, хореография. Возможно, по выбору у ребят есть возможность заниматься музыкальными инструментами. История театрального искусства. Ребята целенаправленно занимаются только вот этими дисциплинами, где они учатся владеть речевым аппаратом, владеть своим физическим аппаратом, владеть своим психическим аппаратом, да, психикой на основах мастерства актера. Ребята, естественно, проходят аттестацию. У них в 4-м и в 7-м классе переводные и государственные экзамены.